команда ще покаже свої зубки, команду суперника, чи показали вони сьогодні? Конечно, у нас в три четверті ми грали дуже тяжело, і дівчинки не хотіли просто боротися на щиті. Они решили, что если они старше, они старше, их тоже помимо антропометрии еще и по возрасту старше. Они решили, они сегодня спокойно у них могут выиграть. Вот, ни Ростоцкая, ни Рябчук, они все равно, игроки, которые играют внизу, они должны бороться. Бороться, в контакт входить, они не хотят играть в контакте. Это только они сами хотят, сами должны желать этого. Чего чекаете в наступному матчі? Ну, желательно бы, конечно, не хотелось бы до третьей игры доводить. Но, как сегодняшняя игра показала, все возможно. Тяжелая будет игра. Сегодня нас выручила Гутевич, которая просто, как я вижу, 10-14 – это очень хороший показатель. Розуміло, дякую. Пожалуйста. Да. Аллилуйя. Аллилуйя.